Ну а в Актобе предварительное слушание по делу о теракте начнется завтра. В специализированном суде по уголовным делам готовятся к процессу, устанавливают дополнительные камеры видеонаблюдения, усиливают охрану. Журналисты будут наблюдать за происходящим в зале суда в отдельной комнате в режиме онлайн. Напомню, перед судом предстанут 29 подозреваемых. 9 из них – предположительные участники теракта. 18 человек, вероятно, не донесли о готовящемся преступлении. Еще двое укрывали преступников.